А я могу быть продюсером? Да, Петр Иванов, город Нежин. Fitted my pain. I got scriptures in my brain that can spit at your dame straight out the good book. Look, niggas is shook. 50 feet, no man, warrior. Swing swords like Conan, pitching me. Pen in hand, writing lines, knowing the source of poet. When I die, they'll read this and say a genius wrote it. I grew up without my mouth. Как широкий дни на слезах и муках родилась душа, где царица сошла с мечта, где Сталина внушал, что мы не нация, что мы рабы империи. И как бы нас не били, оставался те, кто верил. Наступит день, и мы поднимемся с колен, как прежде. И пока в жилах течет кровь, а значит есть надежда. Мы будем драться до конца за землю и свободу. Кто боится трона, мы пройдем через огонь и воду. Наглядь. Дамы и господа, техническим нокаутом в пятом раунде победу в этом поединке одержал Денис Перинчин! Победил Александр! Дебют отличный, все получилось. Можно было бы еще что-то, но, увы, пятый раунд хотел показать что-то еще и больше агрессии.
больше напора, но у человека сломанный нос, кровь, проблема. Старая команда в новых, можно сказать, штанах. Всех я давно знаю, со всеми давно работаем, со всеми давно разговариваем. Это мои все друзья, это моя семья боксерская. Не сказать, что я прочитал, я получил несколько ударов боковых. Мы видим все на моем лице. Не знаю, так сложилась его судьба, такой бой. Начнем. Без слов. Ваши вопросы, пожалуйста. Вы знаете, мы очень давно общаемся с этим парнем. Я считаю, что у него очень большое сердце, он реально крутой чувак. И мне было с ним не скучно. Почему? Потому что в предыдущий лагерь я говорил, что я был один, и было чуть-чуть напряжно. Мы были с Сережей, и как бы уже под конец всего лагеря, да, мы даже не разговаривали. Ну, то есть уже есть какой-то напряг, просто мы друг на друга смотрели, там, и жестами понимали, что нам нужно. А тут у нас было побольше, и Олег Малиновский был. И мы такой, и Деня был, Беринчик, и Перчи. Мы такой нормальной командой тренировали, сделали очень много работы. И так, вы знаете, как-то незаметно это все, слава богу, все получилось. Я смотрел те дырки, да, возможности, ну, ударить туда. И пару раз я ударил просто в локоть. Ну, когда я там показывал, да, парень-то тоже смотрит поединки и предположительно там, ну, готовится на что-то. И он, ну, защищался. Да, и пытался выдернуть и бил наверняка, то есть, чтобы пасть. Ну, вот так вот. Но по кусочку попадал, конечно. Все будет нормально, и титульный бой придет. Разговаривать о нем, ну, пожалуйста, разговаривайте, это хорошо. Но все будет ровненько, я вам серьезно говорю.